выпуск новостей на Хабар-24 в студии Патагоз Аркулова. Здравствуйте. Касым-Жомарт Токаев принял главу Нацбанка. Тимур Сулейменов рассказал о подготовке к запуску цифрового тенге и планах по развитию цифровой и финансовой инфраструктуры. Он также проинформировал о ситуации в экономике Казахстана, мерах по снижению инфляции, доложил о состоянии золотовалютных резервов, активов ЕНПФ и Национального фонда. По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев поставил ряд задач. Доля малого и среднего бизнеса в ВВП Казахстана достигла 36,4%, а численность занятых в МСБ составила 4 300 000 человек. Такие данные президенту озвучил глава Минэкономики. По словам Алибека Куантырова, рост ВВП по итогам года ожидается на уровне 5%. Что касается инфляции, в годовом выражении она снизилась в два раза до почти 11%. В феврале показатель был чуть больше 21%. Министр также представил информацию о разработке новых кодексов бюджетного и налогового, подробно доложил о реализации концепции развития сельских территорий. На сегодня объем финансирования сельской местности увеличился в 7 раз. Сегодня присутствовал на приеме у главы государства, доложил о направлениях деятельности, которыми занимается Министерство национальной экономики, в частности по обеспечению устойчивого экономического роста через инвестиционную политику, через реализацию региональных документов, в том числе концепции развития сельских территорий, доложился о подготовке новых бюджетного и налогового кодексов, в том числе по подготовке подходов налоговой политики, по инвестиционной политике. В целом, по итогам данной встречи были даны соответствующие поручения и также поручения эффективно и качественно реализовывать реформы. Зарубежные инвесторы готовы профинансировать 4 проекта по локализации производств в области возобновляемых источников энергии. Каждый из них на сумму не меньше 20 миллионов долларов. Об этом стало известно в ходе бизнес-форума, который прошел в Астане. Основная его тема – развитие экономического сотрудничества в рамках СВМДА. Участники также обсудили сотрудничество в сфере продовольственной безопасности. Подробнее в материале Ануара Абдрахманова. Продовольственная безопасность, будущее возобновляемой энергии и зеленого финансирования. Эти и другие вопросы обсуждают участники делового совета совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. А это больше 140 представителей правительственных и бизнес-кругов из 20 государств-членов объединения. Главная цель нашего делового совета – это послушать, какие меры правительства членов СВМДА предпринимают в отношении развития малого и среднего бизнеса, вот, особенно в названных тематиках, а также как бизнес-сообщество государств-членов СВМДА развивает эти направления, опять-таки с учетом важности малого и среднего предпринимательства. Полагаю, что регулярное проведение делового совета и бизнес-форума, она отвечает нашим нуждам государств-членов. В контексте роста азиатской экономики и ее возрастающего значения в региональном и глобальном масштабе кооперация в рамках СВМДА приобретает особое значение, говорят эксперты. Экономическое сотрудничество находит свое отражение в конкретных проектах. Например, Кувейт, совсем недавно получивший статус полноправного члена организации, вложит порядка 1,5 миллиарда долларов в переработку зерна в Акмолинской области. Конкретные проекты, которые в рамках нашего делового совета и в рамках бизнеса, это чуть больше 100 миллионов долларов. Это я хочу сказать, что это реальные проекты. Вопросы зеленого финансирования, да, то есть инструменты финансирования, они уже работают, мы бизнес ими пользуемся. И то, что сегодня с разных стран, в том числе в Казахстане, вырабатываются конкретные механизмы зеленого финансирования, и вот в рамках нашего делового совета, бизнес-форума, мы эти вопросы обсуждаем, в том числе и на площадке МФЦА. Дополнительный импульс развитию казахстанского бизнеса может дать введение безвизового режима с другим крупным игроком рынка Китаем. По оценкам Нацпалаты предпринимателей, взаимные инвестиции в среднем бизнесе могут заметно возрасти уже в следующем году.
взаимным инвестициям, они вырастут в разы, потому что казахский бизнес, он действительно имеет уже такие зрелые проекты, которые необходимо привлекать инвесторов. На сегодняшний день выработан пул проектов, и самое главное, бизнес созрел к тому, чтобы действительно делать интересные проекты. Они разные и в разных отраслях, и в промышленности, и в пищевой промышленности, и в обрабатывающей промышленности. Отдельный и важный вопрос, в котором без взаимовыручки не обойтись – продовольственная безопасность. Для решения этой актуальной проблемы Исламская организация по продовольственной безопасности займется развитием международного хаба в Казахстане. Амбициозный проект по предварительным оценкам может обойтись в 400 миллионов долларов. По нашим оценкам, 20% всего населения мира проживает в странах, что входят в нашу организацию, в то время как продовольственное потребление товаров составляет 20%. Выходит, что на 5% наблюдается нехватка обеспечения людей продуктами. Вместе с тем, товарооборот внутри нашего продуктового рынка составляет 85 миллиардов, что тоже невысокий показатель. Поэтому нам нужно принять меры, чтобы повысить производительность товаров. На форуме также обсудили 4 проекта по производству компонентов для ветровых и солнечных станций в Казахстане. Стоимость каждого из них не менее 20 миллионов долларов. Всего в рамках форума представили больше 15 инвестпроектов. Ануар Абдрахманов, Арман Акшабаев, Хабар 24. Казахстанцы с сегодняшнего дня начнут эвакуировать из сектора Газа. Как сообщили в Министерстве иностранных дел, в первую группу вошли 40 граждан нашей страны и 4 иностранца, члены их семей. Вывозить из Газа людей будут через контрольно-пропускной пункт Рафах на границе с Египтом. Как отметили в МИДе, кроме наших граждан, среди запланированных к эвакуации есть представители 9 других стран. Это Марокко, Иордания, Россия, Испания, Швеция, Перу, Нидерланды, Великобритания и США. Всего 594 человека, включая 44 казахстанца. После пересечения пункта пропуска казахстанцы будут доставлены наземным транспортом в город Каир и размещены в гостинице. После проверки всех необходимых документов они будут отправлены в Казахстан. Казахстанские дипломаты уже выехали в Каир, проходят все пункты пропуска и приближаются уже к Рафаху. В течение часа они должны уже доехать туда. По мере прибытия они начнут проверку всех документов совместно с египетскими властями, с властями сектора Газа, и по одному, поэтапно будут выводить наших граждан. Казахстан увеличил экспорт готовой масло-жировой продукции. Показатель вырос сразу на 70%. Такие данные приводят Национальная ассоциация переработчиков масличных культур. По словам экспертов, положительной динамики удалось добиться благодаря введению экспортной пошлины на вывоз семян подсолнечника из Казахстана. Такое решение было принято еще в феврале этого года. К тому же, как говорят специалисты, эта мера помогает снижать стоимость бутилированного подсолнечного масла и его импорта из Российской Федерации. Основным покупателем отечественной масло-жировой продукции на данный момент остается Китай. Увеличились поставки в Узбекистан, Таджикистан и Латвию. Параллельно наши производители ищут новые рынки сбыта. В ближайшее время потенциал у нашей масло-жировой продукции доходит до 700 миллионов долларов. Все эти результаты соответствуют посланию президента. В недавнем времени он говорил о том, что нам необходимо стимулировать экспорт именно продуктов высокого передела, а также довести уровень перерабатываемой продукции в АПК до 70%. Продолжаем выпуск. В Астане задержали начальника топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства Марселя Узакова. В суде сообщили, что он заключен под стражу на 2 месяца. В чем именно обвиняют задержанного, пока неизвестно. В Антикоре пообещали рассказать подробности на предстоящем брифинге. А в Шымкенте вынесли приговор экс-заместителю главы Антикора Максата Кужабаева. Признали виновным, и ближайшие 5,5 лет он проведет в колонии. Его осудили по статье о мошенничестве. Согласно материалам дела, являясь должностным лицом, он вступил в преступный сговор с предпринимателем. Бизнесмен рассказал высокопоставленному сотруднику правоохранительных органов, что родственник его знакомого проходит фигурантом по уголовному делу. Кужабаев пообещал помочь и свою услугу оценил в 120
$20 000 США. Только вот незаконно обогатиться не получилось. Оба были задержаны. Предприниматель также отправится в колонию, где проведет 5 лет и 1 месяц. Экс-заместитель главы «Антикора» своей вины не признал. В качестве обстоятельств, смягчающих уголовную ответственность и наказание Кожебаеву, суд признал, принял во внимание наличие на иждивении малолетних детей, отягчающим обстоятельствам нарушения принятой им присяги. В качестве обстоятельств, смягчающих уголовную ответственность и наказание Гуламова, суд принял во внимание полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное сопротивление раскрытию тяжкого уголовного правонарушения, наличие на иждивении малолетних детей. Взят под стражу начальник полиции города Талдыкургана. Его подозревают в изнасиловании 27-летней жительницы областного центра. Сейчас задержанная находится в изоляторе временного содержания. По словам начальника областного департамента полиции, возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование». Обстоятельства изучаются в рамках досудебного расследования с назначением необходимых экспертиз. Расследование уголовного дела взято на особый контроль Министерством внутренних дел Республики Казахстан. Ущерб на 13 миллиардов тенге нанесли государству браконьеры с начала года. Всего выявлено больше 300 тысяч административных правонарушений. Речь о незаконной рыбалке, охоте и добыче природных ресурсов. Об этом сообщили в МВД. По словам полицейских, браконьеры не в полной мере осознают тяжесть своей деятельности для экосистемы. И хотя нарушения выявляют, а виновников привлекают к ответственности, меньше их не становится. С 20 октября Министерством внутренних дел по всей стране проводятся рейды. Выявлено уже 61 уголовное и более 2000 административных правонарушений. Имеют место быть не только факты незаконной охоты или рыбалки, но и неосторожное обращение с оружием среди охотников, что приводит к огнестрельным ранениям. Мы призываем граждан соблюдать природоохранное законодательство, бережно относиться к природе и не нарушать установленные правила охоты. Гигантские креветки Розенберга будут выращивать столичные ученые. К реализации проекта приступят, как только сотрудники научно-исследовательского центра рыбного хозяйства изучат пресноводных и передадут технологию выращивания казахстанским фермерам. Сколько лет понадобится, чтобы порадовать отечественных любителей морепродуктов, выясняла Сания Кубжасарова. В этом научно-исследовательском центре воспроизводят осетровых, тилапию, судака и сома. Последний считается одной из быстрорастущих рыб. В искусственных условиях он дает икру 6 раз в год. Плюс мальки хорошо набирают массу и спустя полгода достигают товарного вида. Эти исследования нужны казахстанским фермерам, чтобы они могли сами в своих условиях воспроизводить тот или иной вид рыбной продукции. Мы разрабатываем технологии, оптимизированные для рыбоводных хозяйств Казахстана. И у нас проблема, наоборот, это куда деть рыбу, которую вырастили. Мы реализуем среди сотрудников под заработную плату. В скором времени ассортимент пополнит креветка Розенберга и австралийский рак. По нему проект уже завершен. На подходе рекомендации по выращиванию для фермеров. Ознакомиться с ними можно будет бесплатно на сайте центра. Там, к слову, немало интересных советов для тех, кто занимается прудовым хозяйством. Во-первых, мы воспроизводим рыбу. Во-вторых, выращиваем овощную продукцию. Вода, в которой обитала рыба, содержит много органического вещества. Мы ее целенаправленно направляем в корни растений. Таким образом происходит процесс питания растений и очищения воды. Безотходное производство – это хорошая идея для бизнеса. С одного квадратного метра искусственного бассейна можно получить до 100 килограммов рыбы, говорят ученые. Направление перспективное, но развитие отрасли тормозит кадровый голод. Нехватка специалистов особенно чувствуется на производствах. Для примера, в текущем году государство выделило 120 образовательных грантов на подготовку ихтиологов. В столичный вуз на факультет рыбного хозяйства поступили только 4 человека. Сания Кубжасарова, Халбек Кизимситов, Хабар 24. Пеликаны, которых недавно выловили на Экибастузском угольном разрезе, перезимуют в Павлодарской области. Птенец, из-за которого, скорее всего, целое семейство не полетело на юг, оказался очень слабым. Сейчас он находится вместе с мамой в зоопарке села Павлодарское. На днях сюда привезут и самца, поймать которого шахтерам удалось не сразу. Ролик с перелетными птицами распространился в соцсетях. Автор сообщил, что пеликаны неожиданно прилетели на угольный разрез и
улетать не торопились. Пернатых сразу же передали эко-волонтерам, а те привезли их в центр, где содержат много диких животных и птиц. Кроме этого, профсоюз предприятия выделил деньги им на рыбу. Вот 50 тысяч тенге же выделили. Вот пока берем. На Асыле я покупал вот рыбу. Хоть повод будет на рыбалку сходить. Ты же их зимой не отпустишь уже. Соответственно, если он ослаблен, куда они полетят зимой? Сейчас сюда дверь поставим, пластиковую дверь сделали, надо сюда дверь поставить. Зиму одержим, весной попробуем выпустить на волю уже. Трудности с доступом к питьевой воде испытывают жители Шымкента. В микрорайоне Курсай 2 года назад начали прокладывать центральный водопровод и даже подключили к нему некоторых абонентов. Но 8,5 тысяч домов обошли стороной. Люди до сих пор носят воду флягами и бочками. Когда решится проблема, выясняла Катерина Попкова. О том, что в микрорайон Курсай провели водопровод, напоминает лишь торчащий на каждом участке шланги. Однако вода там так и не появилась. Горожане говорят, что до сих пор не могут лишний раз помыть руки. Проект обошелся бюджету больше, чем в 5 миллиардов тенге. Часть населения в микрорайоне питьевую воду получили. А вот многодетная мать Кулпунай Пайзула говорит, что ее жизнь похожа больше на выживание. Воду она вынуждена по-прежнему добывать. Вода быстро желтеет, появляется непонятный вкус, а мы ее пьем. А что делать? Дети уже всеми кишечными инфекциями переболели. Местные власти организовали в микрорайон подвоз воды. На одной из улиц также установлена колонка. Правда, добираться до нее многим приходится больше километра с огромными флягами и бочками. Шымкентцы говорят, что не об этом они мечтали много лет. 3 года ушел, да, уже, чтобы это положить туда трубу, а сейчас труба пустая, не работает. Сделаем. Через 10 дней, через месяц, ну, общение дает, он не делает. У нас были изменения в проекте. Внесли новые дома, которые уже построили. Этих абонентов тоже подключим. Полностью резервуар будет готов в декабре 2023 года. Тогда питьевую воду полностью все получат. Сейчас это не единственный микрорайон на окраине Шымкента, где ждут питьевую воду в режиме ожидания, а также жители Кайнар-Булака и массива Сайрам. В Акимате говорят, что до конца года вопрос решат. А согласно новому генплану, именно Курсай должен стать центром Туранского района с новыми больницами, школами, скверами и парками. А пока местные жители надеются увидеть хотя бы элементарные блага цивилизации. Часть домов также не подключена к природному газу. Пока не закончат инженерную инфраструктуру, не будет здесь и нормальных дорог. Катерина Попкова, Самат Нагашбекулы, Нурмахамбек Муратов, Шымкент, Хабар 24. До конца года к централизованной системе водоснабжения подключат дома жителей села Акбулак области Абай. Там уже проложили инженерные сети и устанавливают резервуары и водонапорную башню. Всего в области качественной питьевой воде нуждаются 49 тысяч человек. Это жители больше 30 сел. Работа по прокладке трубопроводов к населенным пунктам проводится поэтапно. До 2025 года в регионе планируют реализовать еще 52 проекта. Делаем 2 накопителя, 2 резервуара, 2 накопителя по 250 кубов, плюс водонапорная башня еще 50 кубов. Это все вместе в сумме будет 550 кубов воды на деревню подаем. Ну, думаю, к концу месяца мы закончим. Более 2000 километров электролиний и 17 подстанций заменят в Западно-Казахстанской области. Работы завершены на 86%. Остальную часть планируют закончить до конца года. В реконструкцию вложили 700 миллионов тенге тарифных средств. По данным специалистов, 82% электросетей области отработали свой ресурс. Их заменят поэтапно. Кроме этого, на 2024 год у нас именно по развитию электросетей предусмотрены уже средства на 5,2 миллиарда тенге. Это уже развитие электросетей, это строительство подстанции 110/35 в новом микрорайоне Акжаик. Казахстанские дизайнеры и ремесленники представили свою продукцию в Берлине. В столице Германии прошла главная ярмарка изделий ручной работы «Берлин-базар». Чем удивили европейцев, расскажет Шолпан Эймамбаева. Выставка «Берлин-базар» – одна из крупнейших в Европе. Проходит она 60 лет подряд. В этом году среди участников впервые представлен Казахстан. Наш страновой стенд – один из самых больших на ярмарке.
Казахские ювелирные украшения, текстильная продукция, а также сумочки с национальным принтом и, конечно, множество изделий из войлока и кожи. Наши ремесленники и дизайнеры привезли на берлинскую выставку свою лучшую продукцию. К слову, изделия ручной работы пользовались огромным спросом. У меня уже есть цепочка, кулон и сережки от этого мастера. Это особенная работа. В этот раз мне очень понравилось это украшение. Оно представляет древнюю культуру Казахстана. Она как будто рассказывает о казахских степях, обычаях и шаманах. Я купила на вашем павильоне красивую сумку. Мне нравится, что здесь можно не только приобрести какие-то интересные вещи, но и узнать о Казахстане. Есть четкий концепт, который знакомит посетителей с казахской культурой. Здесь даже можно увидеть юрту. Я еще не была в Казахстане, но очень хочу посетить. Берлинцы проявили большой интерес и к казахской национальной одежде. На нашем стенде даже состоялся импровизированный фэшн-показ. После посетителям наглядно продемонстрировали, как создаются изделия из войлока. А на другом мастер-классе европейцам показали, как играть в наши национальные игры. Я привезла на выставку наши казахские игры. Это бестас, кумар и другие. Это мой стартап. Главная цель – продвигать нашу культуру посредством казахской. Игр. Меня очень удивило то, что немцы, увидев игру, сразу же решались в нее сыграть. Когда я вижу такой живой интерес, я понимаю, что создаю востребованную продукцию. Меня это вдохновляет. В этом году на ярмарке «Берлин-базар» участвуют 500 производителей из более чем 60 стран мира. Для Казахстана это возможность презентовать страну через мастеров и их творчество. Организаторы говорят, теперь в планах участвовать ежегодно. Участие, безусловно, очень играет ключевую роль. Например, сегодня у нас многие производители получили предложение выставляться здесь. То есть это прямой выход на экспорт. Нашего ювелира Сержана пригласили выставляться здесь, в галерее в Берлине. Очень много есть возможностей для коллаборации. Здесь происходит нетворкинг, общение. И ключевое – это то, что люди проникаются нашей культурой. И уже в декабре казахстанские ремесленники впервые представят свои уникальные работы в Париже. Казахстанский хендмейд можно будет купить на одной из крупнейших рождественских ярмарок прямо на Елисейских полях. Шолпана Иманбаева, Милослав Лавиновский, Германия, Хабар, 24. А в Алматы состоялась премьера спектакля «САЦ. Хроника одной репетиции» на сцене Государственного академического театра для детей и юношества. Постановка режиссера Елены Пьяновой была посвящена 120-летию со дня рождения народной артистки и основательницы первого театра для детей в Казахстане Натальи САЦ. Это спектакль «Реконструкция репетиции сказки «Красная шапочка», которую Наталья Ильинична поставила 7 ноября 1945 года. Наталью САЦ играют три актрисы. Перед зрителями ее образ предстал в трех возрастах – девочка-подросток, молодая девушка и пожилая женщина. В спектакле участвовали также воспитанники детской театральной студии. Премьеру посетил министр культуры и информации и зарубежные гости. А в холле театра зрители ознакомились с фотовыставкой, где представили вещи и фото из личного архива режиссера. Этой выставкой и спектаклем «САЦ» мы закрываем год 120-летия Натальи САЦ. Выставка уникальна тем, что нам пошел навстречу музей, театральный музей в России, который называется Бахрушинский музей. Он нам предоставил уникальные экспонаты, фотографии, документы из истории, из личного архива Натальи Ильиничны САЦ. И самый главный, больших наших экспонатов, украшающих выставку, это два костюма из первого спектакля «Красная шапочка», которым открылся наш театр. И завершение выпуска о погоде, которая не перестает удивлять. На деревьях Павлодарской области почки набухли. Биологи говорят, явление редкое, но в природе встречается. И деревья от этого не пострадают. На этой неделе в Прииртышье синоптики прогнозируют до 15 градусов тепла. Потом в регионы резко придут морозы. Там, конечно, может погибнуть часть семян, которые проснутся раньше времени и потом морозами будут уничтожены. Поэтому, возможно, понадобится подсеять весной вот эти участки, где такое вымерзание произойдет. До 18-го ночные температуры около 0, а дневные 3, 8, 5, 10 тепла.
С 19 числа понижение температуры ночью до 3-8 мороза по северу, 13 мороза и днем около нуля. К этому часу у нас все. Напомню, все наши новости доступны также на нашем сайте 24.kz. Всего доброго!